Здравствуйте, дорогие зрители канала «Особенный Петя». Хочу вам сообщить, что Петя первый раз побывал на праздничной новогодней елке, повстречался с настоящим Дедом Морозом и получил свой первый подарок. Представление длилось порядка 1 часа, и было где-то 10 малышей. Все происходило в центре сияния для детей с синдромом Дауна. Возраст детишек был абсолютно разный. В основном малыши были более старшего возраста, где-то 4-5 лет. И что я хочу сказать, что Петя не только выдержал все представление, он с таким интересом за всем наблюдал, за происходящим, но когда играла музыка и нужно было потанцевать, размяться, попеть и поводить хороводы, Петя просто, можно сказать, просил меня в этом с ним участвовать. К сожалению, не получилось заснять моменты участия Пети в интерактивах, поэтому в этом видеоролике все, скажем так, представление. Он сидит прилежно на стуле, но он с таким вниманием за всем наблюдает, за всем происходящим, как будто действительно понимает всю сюжетную линию. В общем-то, нам смело можно было брать билеты на другие новогодние представления, но я этого еще пока не делала. Петь, как ты гремишь? Клади, Петя. И маленький Петя теперь здесь живет. Ой, ну а потом, после новогоднего представления, наш юный джентльмен отправился к бабушке и дедушке разряжать елку, которую мы с ним недавно наряжали. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. И поздравляем всех с наступающим Новым годом. Пока-пока!